Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, на календарі у нас 11 квітня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, я хотіла нашу розмову розпочати із ситуації, яка відбувається в нашій енергетиці. Відомо, що Росія повністю зруйнувала Трипільську ТЕС. Про це повідомили в Центренерго. Вона була постачальником електроенергії в Київську, Житомирську та Черкаську області. Також там заявили, що знищені всі 100% генерації Центренерго. Міністр енергетики говорив про те, що росіяни атакували так енергетичної інфраструктури і в інших областях, зокрема і Харківщина, Запоріжжя, Львівщина. Скажіть, будь ласка, чи йде мова про оголошення надзвичайного стану в енергетиці? О, геноцидні атаки, це поняття цих процесів було з самого початку, з 22-го року, тобто росіяни намагаються уничтожити інфраструктуру життєдіяльності України. Тобто основна задача при любой геноцидной атаке. Поэтому, в принципе, ожидаемые удары, вопрос, почему наше ПВО не перехватило, это другой вопрос. Почему основные станции не прикрыты, тем более Центренерго, это же не ДТЭКовская станция, в конце концов, не частная. Это государственная структура, тем более еще и выполняет задачу обеспечения трех областей, Житомирской, Черкасской и Киевской. Поэтому должна была быть прикрыта, это точно. Хотя, опять же, основная это она после того, как были закрыты и остановлены два блока Чернобыльской атомной станции. Вот эта проблема основная. То есть у нас еще по энергетике ударили тогда, когда конкретно по настоянию наших так называемых друзей из заокеанских закрыли два блока Чернобыльской атомной. Там ядерные установки, которые могут в том числе вырабатывать, ну, по крайней мере, на этих установках есть возможность, допустим, получать в том числе и оружейный плутоний. То есть там один из отходов при работе этих установок – это как раз оружейный плутоний, который может нам потом помочь в создании ядерного оружия. Это очень важно, потому ясно, что удары по энергоструктуре будут продолжаться. Рассредоточение нашей системы, которая сейчас есть, и оно работает. Причем оно работает, вы же видите, то есть свет есть. Потому что работает атомная энергетика. Причем сейчас надо пересчитывать в обратную сторону, в сторону уменьшения тарифа. Ядерная энергетика – это 3-4 цента, евроцента за киловатт. 3-4 евроцента – это, ну пусть, гривна полторы. То есть они вот эти больные цифры, которые сейчас нам пытаются повесить нам на шею, на опять с пересчетами, то есть под зеленую энергетику, под тепловую энергетику, теплоэлектростанции. Это дорогая энергетика. А дешевая атомная, еще раз повторюсь, в районе 3-4 евроцентов стоимость атомной энергетики. Потому есть сейчас у нас возможности, причем информация уже появляется о том, что будут при Южноукраинской атомной станции достраивать заводы по производству уже у нас тепловых сборок. Это очень правильно и очень грамотно. У нас есть уран, у нас есть инженерно-технический состав, у нас есть возможность полный ядерный цикл замкнуть, то есть производить тепловые сборки, добывать уран, обогащать, производить тепловые сборки. Нам помогает Вестингхаус американский использовать эту ядерную энергию в качестве уже электрической энергии, генерировать, естественно. А вот с двух, ну, у нас всего лишь два ядерных реактора, которые могут вырабатывать, в том числе, ну не вырабатывать, один из побочных материалов – это оружейный плутоний, это Чернобыльская атомная станция. В рабочем состоянии запускать надо и перекрыть потребности той же Киевской области. Там только надо механизм доставки людей из Славутича на Чернобыль и обратно, чтобы не через Беларусь они ездили, то есть выполнить эту задачу. Потому нет худа без добра, как говорят. Да, это прогнозируемые удары, прогнозируемые, просто надо подстраиваться под них, разворачивать структуру и, наконец-то, заняться
ядерной энергетикой, а не всякими пришлыми технологиями, которые делают нашу экономику неконкурентоспособной. Зачем нам дорогая зеленая энергетика? Мене Григорович, от ви говорите про те, що є питання, да, чому якби не були захищені, зокрема, так, станції. І от Верховна Рада викликала на засідання сьогодні для пояснень віце-прем'єра з відновлення України Олександра Кубракова та голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. І повідомляється, що їх якби не було, тому що вони знаходяться у відрядженні. Раніше Найєм звітував, що фортифікаційні споруди на всіх об'єктах витримали прямі та непрямі удари під час масованої ракетної та дронової атаки 22 березня по енергосистемі України, забезпечивши повний захист автотрансформаторів та електричного обладнання. Скажіть, будь ласка, ну якщо не говорити не тільки, зокрема, так про ППО, а чи мали ми ресурси, можливості побудувати на території ТЕС підземні бункери та перенести туди обладнання? Ну, это технические моменты. В принципе, если была бы поставлена задача, то точно можно было бы это сделать. Значит, она не была поставлена. И вот этот год, который у нас был для защиты нашей энергоструктуры, он, скорее всего, был, ну, то есть не выполнили полностью, в полном объеме задачу для обеспечения безопасности. Но здесь же надо не только этих гражданских лиц вызывать. Вызывать надо и командующего ПВО, то есть того же Лещука, вызывать и министра обороны того же Умерова. В основном это умеровская задача, вызывать и спрашивать, а что у нас случилось. Министерство обороны за это отвечает. То есть здесь вопрос к большому количеству ответственных лиц. Но опять же, я думаю, будет комиссия, будет разбираться, кто непосредственно виновен, кроме, естественно, россиян, потому что это их удар, это их геноцидная задача, которую они пытаются выполнить. Кто у нас отвечает за определенную энергобезопасность, и в том числе безопасность энергообъектов от внешних ударов? Можно было, конечно, это можно было все сделать. И время было самое интересное. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що, ну, говорячи про Петріоти, так і про дипломатію, каже, що йому шкода, що він зіпсував вечірку з нагоди Дня НАТО, але наймогутніший альянс не може знайти 7 батарей Петріот для України. Він сказав, що, за його словами, він знайшов більше 100 батарей Петріот. У сусідніх країнах кілька систем охороняють один аеропорт, але ніхто не хоче дати навіть в оренду. І він удовідаряється головою об стіну. І паралельно, от є хороша новина про те, що Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради Євросоюзу. Країни Євросоюзу не відправлять в Україну додаткові системи ППО. Роман Григорович, так чому так відбувається? Знову ж таки, ми про це говоримо вже не перший раз у наших з вами ефірах. Так, всі знають, де, що і як потрібно якби знайти, так? Що тоді потрібно? Чия політична воля? І, власне, після ось цієї ситуації, можливо, якось зрушиться це питання з місця чи ні? Но дело в том, что Европа — это такой большой курятник. Представьте себе, вот куча куриц, и вот пока там реальный петух не появится, никогда не клюнет конкретно или не покажет свою силу, а это ж курицы, они как бегали, кудахтали, так и дальше будут бегать и кудахтать. Естественно, Кулеба уже перешел, мягко так скажем, грань дипломатии, то есть в режим активной дипломатии, не говоря уже об агрессивной, но одеваться просто некуда. Ну вот разбивают, полностью разбивают систему энергетики европейской, центральной европейской страны. Понятно, что вопрос уже даже у Кулебы, у дипломата уже не выдерживают нервы. То есть с этими курицами, в конце концов, собирать их в одно место или под одну задачу. По помощь, да, сейчас вот понимание есть этих процессов, Европарламент уже определенные органы Евросоюза начинает напрягать о том, чтобы принимали решения. И действительно есть у Европы десятки этих систем, имеется в виду десятки систем, которые они могут с нами поделиться. Не 7, они могут поделиться и 20, и 30 системами. Исходя из той возможности ПВО, которая есть у европейцев. На этом нужно просто, опять же, надо серьезный подход. Вот он, по крайней мере, виден, что он уже начался. Есть десятки систем в Соединенных Штатах, десятки систем на Ближнем Востоке. Катар, Арабские Эмираты, Саудиты, есть
десятки систем Тайвань, Япония и Южная Корея. Работать надо по всем направлениям. Опять же, дипломатия. Ну, у нас хромает дипломатия. То есть ее надо переводить уже в такой боевой режим, понятно, что подтягивать. Ну, вот может быть, Залужный там настроит эту всю систему, когда появится послом Великобритании. Ну, что, кстати, что-то задержался. До сих пор нет данных о движении. То есть вот это вот может быть новая кровь уже генеральская, которая будет сейчас входить в систему дипломатии, поможет, по крайней мере, поможет чуть с точки зрения уже такого давления активной дипломатии, поможет принять решение. В той час, коли росіяни знищують нашу критичну інфраструктуру у Сполучених Штатах Америки, та звучать заклики, так і звучать ось ця критика щодо наших ударів по російських НПЗ. Ми вчора про це з вами говорили, зокрема, про це говорив і міністр оборони США Ллойд Остін, а тепер його помічниця заявила про те, що російська нафтогазова інфраструктура – це цивільна інфраструктура. Тобто, пане Горбачу, що відбувається? Нефтедоллары, а что тут все просто. Дело в том, что ну Шеврон, он же на Тенгизе сидит. Это американская фирма, которая качает нефть с казахского месторождения. Тенгиз, там около 300 миллионов тонн нефти по году именно под Шеврон качается. Им надо прокачать через Россию, прокачать до Новороссийска. Естественно, это оптимальный вариант с Тенгиза до Новороссийска и дальше отгрузить танкерами, вывести эти 30 миллионов тонн. Естественно, понимая, что удары, допустим, по НПЗ, удары по нефтетерминалу, по тому же Новороссийскому, заставят этот же американский «Шеврон» в конце концов диверсифицировать эти направления поставок. Там есть возможность вывозить с Тенгиза другими путями, просто они чуть дороже. Так вот, эти серьезные деньги не боятся потерять, и половину из них, или там какую-то часть, скорее всего, понесли по дипломатам американским. Ну, это понятно, это прямое участие, то есть заинтересованность понятна, меркантильность этих интересов понятна, и пришлось в том числе назначаемые чиновники Пентагона тоже петь под дудку того же Шеврона. Это все просто просчитывается. Но я думаю, главное, то они пусть поют, что хотят, певцы великие, а главное, чтобы наши специалисты, которые сейчас выполняют боевую задачу Службы безопасности, Главное управление разведки, может быть, даст Бог, и военно-воздушные силы, которые, в принципе, они должны заниматься дальними ударами беспилотными, продолжат дальше наносить удары по НПЗ. Я думаю, скорее всего, это так и будет, причем добравшись и до того же Омска, только не до Томска, это в Томске НПЗ остановился, а до Омска. Вот он где-то 20 миллионов нефти по году тоже перерабатывает, и в том числе из Тенгиза, потому что севернее Астаны находится. То есть, по большому счету, есть куда бить, и если не свяжут руки, по полной не свяжут руки нашим спецслужбам, бить будем дальше. Опять же, Новороссийск. То есть это основной удар должен быть именно по Новороссийску нанесен, потому что это нефть, там же не только американская нефть, казахская так называемая, там, естественно, и российская, потому что идет в основном замещение нефти, то есть казахская может уходить на тот же Омск, а российская нефть идти напрямую сразу под вывоз, под эти документы уже американские. То есть эти все мутки просчитываются, те, кто разбирается в нефтяном рынке, прекрасно это понимают. Так вот, 300 миллионов, помните, служба безопасности собирала на Сибэй? Собрала за несколько дней, мы их заплатили, то есть и ждем на бис удара по Новороссийску. Уже заждались, по крайней мере, там время уже больше полугода после первого удара по нефтяному маяку, нанесенному там было все СИБы, ну уже и деньги заплатили, то есть уже ж надо работать. И вот Новороссийск сейчас даже, я бы так сказал, Новороссийск сейчас даже важнее, чем Керченский мост. Даже важнее. Почему? Потому что сейчас нужно уничтожать производство топлива, производство
в России дизеля и авиационного керосина. То есть эту всю отрасль надо ложить российскую. Уже ж понятно, что никаких у нас тормозов в этом смысле быть не должно. После того, как они уничтожили всю нашу практически тепловую генерацию, у нас не должно быть вообще никаких тормозов по уничтожению российской енергоструктури, і в тому числі вуглеводородної отрасли. Романе Григоровичу, а наскільки це союзницька поведінка? Ну, в тому плані, так, ось ці заклики не бити по російських НБЗ, плюс ми бачимо ось це вже четвертий місяць поспіль, вся перипетія щодо виділення допомоги Україні. Тобто, наскільки це союзницька поведінка, враховуючи також заяву президента Володимира Зеленського, коли він говорив, що без допомоги від Сполучених Штатів Америки Україна може програти? Ну, во-первых, вряд ли это союзническое. Для того, чтобы у нас было союзническое, у нас союз должен быть. Это мы должны вступить в НАТО, в этот, можно сказать, блок, союз, как угодно. Тогда это было бы какая-то не союзническая. Дело в том, что от американцев мы ждем не союзническое. От американцев мы требуем, я бы так даже сказал, не только ждем, а требуем, в конце концов, поведение гаранта. То есть они гарантировали по Будапештскому меморандуму нашу территориальную целостность. Потому им надо либо гарантировать и помогать восстанавливать нам именно территориальную целостность до границ 91 года. Никто ж не сомневается, что у нас Украина – это государство, которое вот в границах 91 года находится. То есть восстанавливать территориальную целостность и дальше выполнять свои задачи именно как гаранта. Либо заявить, что Америка, американцы – это не гаранты вообще, это просто понторезы, которые в мире понтуются, но решают вопросы свои местечковые, карманные, как вот решает, допустим, сейчас тот же «Шеврон», давя даже на Пентагон. То есть это конкретно карманные меркантильные интересы. Ну так так вы и заявите, и скажите. Мы, американцы, просто понторезы, понты колотим по всему миру и ничего не можем. Или используем, допустим, некоторые механизмы для того, чтобы карманы себе набить. И это будет реальная позиция настоящих, допустим, политиков, только настоящих, не, опять же, не понторезов. Ну, посмотрим, как они к этому отнесутся. То есть, ну, мы уже видим, то есть, действия, по крайней мере, заявления, по крайней мере, говорят о том, что это просто понторез. Ну, пусть дальше понтуются, вопросов нет. Когда-то, в конце концов, и за Аляску вспомнят. Вот когда вспомнят за Аляску, вот тогда они сами останутся один на один со своими понтами. И тогда будут рассказывать шеврончики, надо им качать тенгизовскую нефть через Новороссийск или нет? Роне Григоровичу, німецький аналітик Білд Юліан Рюбке говорить про те, що в Україні закінчилися ракети для Петріот, Айріс-Ті і інших систем ППО. І такий він висновок робить знову ж таки з цієї сьогоднішньої атаки по Тріпольській ТЕС. Чи може таке бути? Ну, если полностью закончились, то мы бы не сбили такое количество ракет. Ракеты-то сбили довольно-таки серьезно. Вот смотрите, сбили в Х-101 много, то есть, по-моему, два десятка шло, 16 сбили. Мы сложно работали по кинжалам, там было несколько, 6 кинжалов, по крайней мере. 12 было С-300, но это в основном по Харькову, там вообще невозможно, пока там не развернется определенная система. Чуть шахедов прошло, но большинство шахедов было сбито, причем довольно-таки серьезные цифры по уничтожению. То есть по нам реально прошли только баллистика, то есть кинжалы, и часть Х-101. Но нанесли, конечно, серьезный удар. То есть те объекты, которые были уничтожены, они, в принципе, именно они, скорее всего, не были прикрыты. Ну, то есть остальные объекты прикрыты. Шло ж много, шло больше 80 целей. То есть если бы они все отработали, у нас бы сейчас вообще ничего не было. Поэтому нет, скорее всего, это не так, но не хватает самих установок, то есть не хватает самих комплексов в Патриот для того, чтобы прикрывать от баллистических ракет. Кинжал – это аэробаллистическая ракета. То есть против нее, допустим, простая АРСТ по ней не отработает. И НАСАМС по ней не отработает. И самолеты F-16 по ней не отработают. Она заходит то есть по баллистической траектории
практически из космоса, вертикально разгоняясь, то есть на цель. По ней может отработать только Patriot, либо SMT. И вот этих установок нам не хватает, именно этих. Потому и вопрос возникает к нашим партнерам. Они же прекрасно это понимают. У них они есть. Либо передайте, либо дайте в аренду, либо продайте, в конце концов, там, в долг как-то. Эти моменты надо, но это надо было решать раньше. То есть это мы, вот, как всегда, бьем по хвостам. Решать надо было это раньше моменты. Было же понятно, что россияне будут однозначно бить по энергоструктуре. Но это логика определенных действий террористических российских, направленная на полное уничтожение нашей государственности, нашей нации. Ну, это геноцид. А геноцидная тактика, она именно такая есть. Уничтожается вода, уничтожается электроэнергия, то есть все механизмы для жизнедеятельности. А потом идет уничтожение самого народа. Романе Рогорочу, про проблеми не тільки з засобами ППО, а й артилерією, говорить командувач силами НАТО в Європі Христофер Каводі. Він каже, що за кілька тижнів Росія випереджатиме Україну в артилерії 10-1. І він каже, от тієї, власне, сторони, які закінчуються снаряди, вона і починає програвати. Чи дійсно все до того веде? Але ж все ж таки ми ж пам'ятаємо, що була ця ініціатива, знову ж таки, чеського, так, президента Петра Павла, так, який знайшов снаряди для України. Тобто яка ситуація на сьогоднішній день, чи вдасться нам її якби, ну, стабілізувати та виправити? Если один к 10, россияне где-то в сутки могут использовать в районе 10 тысяч боеприпасов. Если один к 10, значит мы только 1000 боеприпасов можем иметь, по крайней мере, выполнять боевую задачу. Ну, это, естественно, недостаточно. То есть, даже с 155-й артиллерии, то есть высокоточной, но это далеко от паритета боевого, если считать, при носении удара. Нам надо хотя бы 1 к 2, ну то есть хотя бы 5, это минимум надо 5000 снарядов для того, чтобы 10 тысяч российских перекрыть за счет точности и дальности 155-й арты. Так вот, это значит в 5 раз меньше, чем нам нужно, это как минимум, о чем говорит Каволи. То есть проблема эта понятна, она у нас сейчас есть, эта проблема. То есть она сейчас, это не когда-то она будет, она сейчас есть. А то количество снарядов, которые нам обещали, допустим, через инициативу Петра Павла, оно будет подходить, только это же не все сразу. А это будут снаряды заходить определенными партиями, они проплочены, то есть 800 тысяч проплочено. Но опять же, это надо понимать в цифрах, а насколько это. 800 тысяч снарядов, если по 10 тысяч в сутки использовать, как вот россияне используют, ну это на сколько? На 3 месяца хватит. Не более того, то есть где-то по 300 тысяч, грубо 250-300 тысяч снарядов в месяц. 300, на 3 месяца, а дальше опять ноль. Естественно, так скакать никто не будет. Пока есть снаряды, нет финансирования на оставшиеся. Потому я так понимаю, что вот эта партия первая, 800 тысяч, уже едет, раз она проплочена, эта коалиция была создана финансовая, и деньги на эти снаряды нашли, они просто подойдут, может быть, под конец месяца. А вот следующее, то есть через 3 месяца, что будем делать, это надо понимать. Снаряды есть, нужно просто финансирование. Здесь уже вопросы финансовой поддержки, либо американской, либо европейской, их надо активизировать. Ну, а снарядов доведется отступать? То здесь будет зависеть от количества, действительно. Если на разных позициях можно по-разному эти позиции удерживать. То есть есть удачные позиции, где, допустим, надо в несколько раз меньше снарядов для их удержания. За счет географических некоторых моментов, превышения, то есть рек, каких-то участков местности, складок и так далее и тому подобное, есть механизмы, на которые надо либо отойти или занять. Тут же вопрос в этом. То есть либо атаковать на контратаках, занять лучшие позиции для обороны с меньшим количеством боеприпасов, либо отойти на позиции, где можно удерживать россиян с меньшим количеством боеприпасов. Однозначно такие варианты возможны, они точно прорабатываются. И, кстати, они уже использовались. Мы иногда наступали только для того, чтобы найти лучшую оборонительную позицию, потом с меньшим количеством снарядов, и отходили такими же задачами.
Чи можна, наприклад, тоді говорити, що це саме якби відбувається, і зокрема, на правому березі Херсонщини? Тому що Наталія Гуменюк говорить про те, що ворог не зможе повернути собі правий берег, тому що ми там добре нас влаштовані оборонні рубежі. Ну, так это вот как раз один таких из явных, допустим, показателей. Да. Река Днепр, полкилометра и больше по ширине, ну, в среднем. И высокий правый берег, десятки метров превышения. Естественно, это сложно его, допустим, занять или как-то провести какую-то операцию. Естественно, его можно оборонять с меньшим количеством боеприпасов. И самое интересное, как раз правый берег удобнее оборонять даже просто с большим количеством дронов. Вот у нас сейчас дроны, ну, где-то две трети от уничтожаемого, от общего количества уничтоженных техники и средств противника, и личного состава в том числе. Вот две трети можно использовать по правому берегу. Вот такие механизмы есть по всей линии фронта, по всей, даже по Восточному фронту, там та же самая картина. Там есть реки, допустим, те же Оскол, Черный Жеребец, Северский Донец, это по луганскому направлению. Там есть, допустим, превышение высоты и реки с водохранилищами в районе Донецка. Это тоже Очеретина, тоже та же Карловка, Курахова. То есть есть механизмы, как куда отойти, допустим, для того, чтобы меньшим количеством снарядов удерживать россиян. Но здесь все зависит от целесообразности. Раз. От замысла главкома, потому что надо понимать, какой замысел главкома есть, два. Ну и третий – это от логистики по поставкам боеприпасов и техники. Снаряды снарядом, пушки нужны, стволы нужны. Тут же ж не только вопрос в самих снарядах, там еще надо чем их стрелять. Сорогатки же запускать не будешь. Верховна Рада проголосувала за постанову, яка зобов'язує уряд розробити механізм додаткової виплати одноразово 70 тисяч гривень військовим, які виконують бойові завдання на передовій за кожні 30 днів на нулі території противника, тимчасово окуповані території. Роман Григорович, чи це буде якимось мотиваційним фактором, знову ж таки? Це те, що ми з вами говоримо вже второй год. Ну, на лінії бойового соприкосновення надо платить людям от 5000 долларов и дальше. Это есть такая мировая практика. Но это столько стоит. Потому вот единственное, что они приняли за сегодня толковое, так это вот только это. Все остальное это режим денежный какой-то, коррупционный. В общем, что попало, только не то, что надо. А вот это тот пункт, который действительно, за который надо было голосовать и собираться в Верховную Раду. Около 100 тысяч получают наши бойцы боевых. Плюс где-то 20-30 тысяч денежного содержания как такового. И еще 70 тысяч. То есть вот эти 200 тысяч гривен, ну это вот от 5 тысяч долларов и дальше. Это еще раз, хорошо хотя бы Верховная Рада к этому прислушивается. Нас может кто-то там слушает. Вот большое спасибо тем, кто нас послушал и дал такое предложение, и большое спасибо тем, кто за него проголосовал. Это действительно даст возможность, во-первых, привлечь профпригодных, во-первых, даст мотивацию для привлечения профпригодных для выполнения боевой задачи. Главное, чтобы только сейчас опять Кабмин не заиграл эту тему, а потом командиры на местах опять не стали мухлевать с выплатами. Это что же есть? Это все же прекрасно понимают, что целая цепочка выплат, она зависит от многих факторов. То есть это именно то, что надо, вот с этого надо начинать комплектовать профессиональную армию. Сначала мотивация, и после того, как продали землю или стали ее продавать, или разрешили продажу земли, мотивации, кроме как финансовой, больше не будет никакой. И под мотивацию дальше надо отбирать профпригодных, чем могли заняться комбриги, только не сами комбриги, у них есть целые рекрутинговые центры, мы вот неоднократно с вами говорили про 92-ю бригаду, отличная бригада, хорошие летчики, это моя просто стезя летная, там мои партизаны еще в свое время воевали с ними с 14-го года, летают, и потому знаю прекрасно всю эту бригаду. Вот такие рекрутинговые центры, как в 92-й бригаде, они дадут возможность напитать профессионалами бригады, а бригада это сейчас у нас основная боевая единица. Потому это хороший первый шаг.
Вот на базе вот такого шага надо дальше разрабатывать законодательство. А то, что все остальное сегодня приняли, ну, только может быть еще механизм там есть плюсовой, если снимут спецучет, ну то есть угробят спецучет, забудут за спецучет как таковой. То есть надо поставить строй всех подготовленных силовиков, которые у нас есть, пропустить всех через вооруженные силы Украины. Именно через ВСУ. Причем через ВСУ надо пропускать всех, кто хочет быть потом на госслужбе. Вот эти механизмы надо запускать, и тогда мы получим реальную, здоровую, профессиональную армию, которая выполнит боевую задачу. І традиційно отриблять запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, заборона на використання західної зброї по території Російської Федерації – це подарунок Москві? Однозначно. Это не, и мечтать не могли о таком подарке. То есть вы бейте, а ответ вам бить никто не будет. Ну, это не подарок в смысле, это информационный больше подарок. Это такой подлиз, если можно так сказать. А работали, как работали, работаем и будем работать. Поверьте, я знаю просто... много друзей есть во всех структурах силовых, никто останавливаться не будет. Будем работать. Российская армия в Украине за час войны збільшилася, незважаючи на значні втрати? Она увеличилась однозначно, но уменьшилась профессиональная составляющая российской армии. Она разбавлена сейчас так называемыми любителями. Почему? Потому что профессиональную армию Путин убил, практически поставив ей невыполнимую задачу в 22-м году завести на 40-миллионную страну, ну и убил. Сейчас любители, но любители, которых, во-первых, их много, а во-вторых, которые быстро учатся. Вот здесь проблема. Они быстро учатся, а жить хотят, наверное, почему-то непонятно, почему россияне жить хотят, они всегда же хотели умереть за родину. Ну вот жить хотят, и потому выкручиваются, и вот это опасность. То есть то, что обучение идет, и это обучение потом может быть мультиплицировано, то есть развито дальше по другим направлениям. Российская пропаганда, да, дієвіша в Европе чи в США? В Европе однозначно. В Соединенных Штатах там в основном они прошлись по верхушке, заинтересовав вот такими шевронами, мягко так скажем. А в Европе непосредственно удар нанесен по европейцам, то есть по рядовым гражданам. Там очень много людей сейчас просто не понимает причин войны, не понимает механизмов уничтожения россиян. То есть есть очень много моментов, связанных с неприятием нашего сопротивления. Даже это есть. Это, во-первых, серьезная работа российских спецслужб, а во-вторых, полностью проваленная работа нашей дипломатии в Европе. Вот полностью проваленная. Потому здесь надо уже давно принимать эти решения по европейской дипломатии, ну, по крайней мере, по нашим представителям в странах Европы, и решать этот вопрос, и чем быстрее, тем лучше. Почему и проблема у нас сейчас даже с европейцами? У них выборы сейчас по некоторым странам, мы видим, как они проходят, только за счет антивоенной пропаганды вы побеждают вот такие пророссийские лидеры, то есть вот только так. И, естественно, выборы в Европарламент, которые будут летом, это тоже сейчас пока сдерживает помощь нам. Но мы видим, хотя некоторые механизмы все-таки отрабатывают. Вот Европарламент обязал исполнительные власти Евросоюза все-таки найти необходимое количество нам патриотов. Будемо на це сподіватися. Армен Григорович, щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви щодня приділяєте час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось вже завтра в нашому ефірі. Армен Григорович, буду вас чекати. Дякую вам.